Вышел в свет. Сегодня в городской библиотеке имени Островского состоялась презентация семейного сборника «Рядом герои любимых книг». На страницах есть и работы березняковцев. Начиная с 2021 года со всего края собирались творческие работы читателей детских библиотек в рамках акции «Рядом герои любимых книг». Организаторами выступили Павел Миков, бывший уполномоченный по правам человека в регионе, краевой ЗАГС и краевая детская библиотека имени Кузьмина. Участие в акции приняли 243 семьи из 29 территорий Прикамья. В общей сложности дети и родители создали 726 творческих работ. Эссе, фотоплакаты, обложка любимой книги и рисунки с литературными персонажами. Самыми активными оказались юные березняковцы. Предоставили 90 работ, и все они попали в сборник. Детям вручили в подарок коллективную работу в сборник семейных творений «Рядом герои любимых книг».